Этот человек читерил на протяжении года и не просто был заэкспоужен, а был слит. Самое интересное, что он был слит самим собой на профстриме. Этот профстрим просто самый лучший и самый худший профстрим в истории ГД комьюнити. Добро пожаловать, блять, в РК. Дело не в том, что мы находимся в РК, дело не в этом. Сразу скажу, то что это не постановка, и у меня есть один железобетонный пруф, то что я бы никогда не сделал настолько, блядь, палевную и жирную постановку, это просто пиздец, вы понимаете? И вы понимаете, если бы я делал постановку, она бы, блядь, не была вот настолько абсурдной, поэтому это просто пиздец. Сначала мы его экспоузили, всей командой экспоузеров на протяжении 2 дней, дальше у нас были переговоры с ним, разговаривал и я. Разговаривал и наш главный переговорщик Дмитрий Денисов. Он в пруф вам может скинуть переписки, где там даже было больше 5 часов войса. То есть мы действительно долбили Райана. Райан все-таки согласился на пруф-стрим. Ну а дальше случилось то, чего не ожидал никто. Это был просто исторический провал для Райана. Первое, что я хочу сказать, почему-то Райан, несмотря на то, что большинство у него пройдено на ПК, но на данный момент у него какая-то хуйня с ПК, что он не может его запустить. У него там вылазят какие-то American Megatrends, но тем не менее он делал, блядь, ебанутые вообще прогрессы на мобиле, блядь. Вот, и поэтому он сможет... 40%... Я сейчас повторю. Повторишь 40% на КП? Могу повторить. Поэтому давай включай демку. Итак, первое, что сказал Райан, это то, что сегодня он побил свой собственный мировой рекорд на Crimson Planet. У него было 34%, и он сделал 40%, и он согласился нам показать, как он там набирает большие проценты на КП. Вы показываете свой экран. Все. Так, теперь я вижу. Погоди, блядь, что за хуйня с самого начала? Стой, ничего сейчас вообще не делай. Абсолютно ничего. Что за папка, которая называется папка, блядь, папка, и там, блядь, Game Guardian, какого хуя? Что это за хуйня, брат? Ну, вообще, я его только сегодня скачал, я... Ты сегодня Crimson Planet 40%, такое? Блядь, поставил, сегодня Game Guardian скачал, охуенный день у тебя, смотрю. Ну да, я хотел геймплей записать, потому что он слишком трудный, я не мог его записать. Какой нахуй геймплей ты записывал, я не понимаю, блядь. Поделись с нами. Зачем? Зачем? Это вы услышите еще не один раз. Блядь, что за клики у тебя, пиздец? Что ты, блядь, сделал? Ничего. В смысле ничего? Ты нахуя вышел, блядь, я что-то не понял. Я на секунду просто смотрю, и ты, блядь, вышел. Сойди обратно. Что случилось? Окей. Что окей? Ничего. Че ничего, блядь? Какого хуя? А почему люди в чате говорят авто спалил, блядь? Редактор. Зайди в редактор. Зачем? Что значит зачем? Ну покажи, что там справа, блядь. Че это такое? Чем? Что ты чем? Блядь, истерика нахуй. Что это, блядь, такое? Зачем, блядь? Так это LDM, вот тут написано, то, что это LDM. В редакторе там пады стоят. Это что? Ну хочешь, еще раз могу поиграть. Еще раз играй, блядь. Погоди, сохраненные уровни, говорят, зайди. Зайди в сохраненные уровни. Зачем? Зайди в сейвит. В чем дело там? Зачем? Ты пруфуешь свою легитность или просто? Crimson Planet Auto. Играй в SM, мне как-то вообще... Мне все равно, блядь, понимаешь? Полный пиздец. Мало того, что у человека не был отключен LDM, так еще парочка падов почему-то не были под альфа-триггером, и поэтому все их просто, блядь, увидели. Человек явно хотел сделать прогресс, блядь, но сделать вейв автоматическим, и по полной спалился. Типа... Ну я прогресс сегодня ставил, я могу сейчас повторить. Давай. 30%. 30% на ВСЦ ты ебанулся, что ли? А дальше началась какая-то странная хуетень. Сами смотрите, сразу же скажу. То, что Райан позже скажет, то, что это была всего лишь шутка. Типа он так решил порофлить. Но посмотрите, пожалуйста, на вот это. Блин, можешь сейчас на секундочку... Ну, перестать смотреть сейчас. Можешь сейчас, выключить пока что видео на паузу? Демонстрацию не смотреть. Выйти из демонстрации? Сейчас. Тебе что-то личное надо сделать? Типа... Да, лично. Тебе написали, что ли? Ну, типа, сейчас я демку выключу. Uh-huh. Сейчас, погоди. Я выключил Всё. Демку, брат. Я выключил. Uh-huh. Выключил? Да.
Я вышел, я вышел. Все, могу играть. Алло. Это похуй! Че? Как на это нужно было вообще реагировать? Пиздец. Вот, месяцев 9 назад тебе кинули вирус, и до сих пор ты на ПК не восстановил, да? То есть не работает ПК? Нет. Тем не менее, Сокупин Circles Progress у тебя сделан на ПК с мускамом. Тем не менее. Нет. В смысле, блядь, нет? Это не ПК, то есть? Это не ПК. Это не ПК. У тебя мышка, блядь, там. У тебя там мышка. И говоришь, что это не ПК, да? Ну, я с УТГ играл на телефоне. А, кабель OTG ты подключил, блядь, к телефону и поставил такие прогресс на Сокупин Circles? Да. А ты можешь вообще пруфануть нам наличие этого кабеля? Типа, блядь, включи просто вместо демки вебку, блядь, и покажи, сука. И мышку, блядь, и OTG. Давай, показывай. Кабель OTG, мы ждем. Окей, сейчас. Вот провод человека. Блядь, а дальше покажи, что это за, блядь, кабель просто какой-то ебаный. Нормально. Так, а зачем это? Нормально. Это от мышки. Это от мышки. Мы не видим то, что это от мышки, мы видим просто какой-то, блядь, червь. Нормально показать можешь? Ну, не дотягивается. А где твой ПК, в принципе, блядь? Он у тебя сколько стоит? 120 тысяч. 120 тысяч. Какие там характеристики? Куда 120 тысяч? i5 9-го поколения. Так. RTX 2060. Да. 16 ГБ оперативка. И все, я не помню больше. Покажи свой стол. Где он, в принципе, блядь? Зачем? Что зачем? Зачем стол показывать? Блядь, ну типа просто покажи стол. Чё в этом сложного? Вот стол. Что вот стол? Что это, блядь? Где ПК стоит? ПК он не тут сейчас. В смысле, блядь, где? В другом месте. В каком, блядь, месте? Ты куда ПК отнес? Ну, он в другой комнате. В какой, блядь, комнате? Показывай, идем в другую комнату все вместе. Зачем, блядь? Что значит зачем? Что значит зачем? Я не буду показывать. Почему не будешь? Ты не можешь показать свой ПК. Потому что не хочу. Ты не хочешь показывать свой ПК. Не хочу. Почему? Ну а кто тут такой, чтобы тебе показывал что-то? Ты хочешь доказать свою легитность? Я уже доказал. Ты не доказал. Доказал. Ты не доказал. Я тебе доказал. Что ты доказал? Ты на ВСЦ первый тайминг, блядь, не мог пройти. И чё? Что ты доказал? Скажи, пожалуйста. Я же показал вот провод. Хорошо, возвращаемся в ГД. Ты прошел Винди Ландскейп на телефоне? Давай Винди Ландскейп играть. Райан, ты прошел Винди Ландскейп? Ты прошел Винди Ландскейп? Да. Да. Как ты его прошел? У тебя, может, лагает? У тебя лагает или что? Нет, не лагает. У тебя не лагает. 60 FPS. Да? 40, да. 44 попытки мы в начале Винди Ландскейп. Да. Да. И что ты скажешь по этому поводу? Ну, просто разучился в него играть, что? А, разучился. А во что ты не разучился? В Майнкрафт. Майнкрафт. Пиздец. А в ГД? А в ГД что ты нам можешь показать, в принципе? Могу лоялсу показать. Райан. Райан, 90 попыток. Начало Винди Ландскейп. Райан, в чем дело? Еще. Что и чё? У тебя кроме зачем и чё что-то есть? Зачем? Винди Ландскейп 116 попыток, сука, 30%, брат. И что? И что? И чё? Зачем? ПК, блядь, у тебя в другой комнате, но зачем его показывать? 47%, 100 попыток, блядь. Практика. И что? А дальше Райан сказал то, что ему нужно написать своему однокласснику. И тут я потребовал просто включить демку и показать то, что он там снова не читы настраивал, как он по рофлу нам сказал, а действительно переписывался с одноклассником. И просто как бы включить демку, чтобы мы видели диалоги. Так вот, самый свежий диалог был Алексей Петров. Он заходит в этот диалог, и дело в том, то, что его подставил ВК МП3.
Когда он нажимал на этот диалог, ВК MP3 не прогрузил последнее сообщение, и оно появилось только когда он зашел в диалог. А что это было за сообщение? Смотрите сами. На этом моменте я понял то, что пиздецове этого просто ничего не видел. Я не вижу переписки. Алексей Петров, и чё, блядь? Райан, нам можно заканчивать просто, понимаешь? То, что ты просто как долбоёб. Блин, можешь, пожалуйста, стрим, ну, пока что выключить секунду, вам хочется сказать. То есть, я думаю, Райан слит. Я сейчас действительно выключу микрофон. То есть сейчас вы не услышите звук, потому что Райан мне что-то хочет сказать напоследок. Сейчас я выключу звук. Как выключить звук? Я выключу звук, брат. Я выключу звук. Точно? Сейчас. Ну ты сам можешь проверить, то что я сейчас его выключу. Я его выключил на стриме. Блин, да, я читер. Все, что ты там сказал, это правда. Я хакнул всего. Можешь только не говорить, пожалуйста, никому? Просто ты считаешь, что ты очень крутой. Нет, смотри. То есть ты говоришь, то что ты сейчас читер. Я еще не транслирую звук. Вопрос. Да к чему вот этот пруфстрим был с полным цирком, брат? К чему? Ну, блин, оправдаться хотел. Действительно. Понимаешь, это настолько абсурдно, что, блядь, все пишут то, что это постановка. Ты понимаешь, насколько это абсурдно, блядь? Ты понимаешь? Ну, порофлил я. Порофлил. Порофлил в СС. Нет, не из-за этого, блядь, даже пишут то, что постановка, то, что ты порофлил в СС. Ты первый человек, который, блядь, по полной полился, понимаешь? В эту хуйню даже я отказываюсь верить. Такое ощущение, будто тебя просто купили, сука. Тебе Вернам, блядь, заплатил? В чем дело? Это кто? Потом, в один момент, Райан вдруг переобулся. То есть, после того, как он сказал о том, то, что он читер, то есть сделал конфешн, у него что-то в голове заклинило, и он только что сказал, что все, что он говорил, это рофл, и он на самом деле легит. И в это время как раз-таки зашел человек, который его больше всех экспоузил. Топ-1 экспоузер конфы. Дмитрий Денисов, ты переговаривался с Райаном сколько часов в сумме? Сколько, блядь, скажи? Часов 5, наверное, хз. Часов 5. Да я могу тебе потом видео отправить, как я играю. Райан, ты устроил такой цирк, что, типа, все пишут, что это постанова. Ты понимаешь? Понимаете, ребят, вот, я бы даже сам поверил, что это постановка, если бы это был, сука, не Райан, блядь, Райан год, он год нахуй читерит, сука. Это пиздец ебанутый какой-то. А слушай, а ты вообще Райан, ты можешь на демку показать то, что ты, блядь, на канале Райана находишься? Типа, какого хуя? Зачем? Что значит зачем, блядь? Скриншот прямо сейчас в конфу отправь. Скриншот, блядь. Прям что со временем тебе 30 секунд. Нет, серьезно. Без шуток. 30 секунд. Раз. Два. Подожди, стой. Три. У меня грузится, подожди. Серьезно грузится? Демку включи, демку включи, демку включи. Я смотрю стрим сейчас. Да, ваше видео. Погоди. Блядь. Погодите. Я скриншот сделал. Я прямо сейчас сделал скриншот, который я сейчас отправлю в конфу. Сейчас. Я прям сейчас это сделал, вы слышали. Ну, это все. Это настоящий раунд, Райан, и он просто слил. Слит. Сейчас я отправлю скриншот этот. Я отправляю скриншот, он сейчас тут появится. Я сделал его только что с айпада. Посмотрите, пожалуйста, вот Райан включал демку. Райан включал эту демку, чтобы показать... Блять! Меня не попало на это на скриншот. У него выше видео, блять, которое называлось «Сакумин Серкас Хак». Сука, я ебал себя в рот. Вот. Райан, что это за херня? СЦ-хак. Ну, я по рофлу так назвал. По рофлу. Райан, блядь, понимаешь, что у тебя даже на Crimson Planet тапы просто хуёво наложены, блядь. Понимаешь? Они нормально наложены. Confession. Всё, я ливаю свойства, я ливаю свойства. Я после этой фразы ливаю свойства. Я ливаю нахуй. До связи. Ребят, всё, идите нахуй.